Ребят, здорово всем. Возвращаюсь обратно со второй серии Alone in the Dark. Сейчас немножко выставлю только параметры нормальные, это сам, и порядок у нас будет. В общем, повозился, покрутился сам вчера с настройками, что-то ни хрена не поменялось опять толком. Максимум, что можно, наверное, это саморассеивание ниже сделать или качеством ван теней поменьше. Вот. Ну и, в принципе, поехали дальше. Вчера как раз остановились на французском квартале. Или поковыряем, сейчас возьмем, что там дальше нас ожидает. Вчера потратил где-то там часа 4, наверное, на поиски кабелей различных, на настройку ноутбука, КЛБС, а там и прочих вещей. Думал, получится захватывать. С карты захвата и транслировать, но оказывается, все-таки качество захвата с карты слабоватое по сравнению с записью обычной. Так что где-то у нас будут оставаться еще лаги, где-то нет. Но есть надежда, что то более-менее допройдем как-то еще. I recognize this place. It's знаю это место, критическая гостиная мисс Джексон. Может, она знает что-нибудь о талисмане Джереми. Так, чат, единственный момент, наверное, сейчас я все-таки подкину, геймпад, потому что тут что-то не очень. В общем, я пробежался тут то по двору, там ебак он куча на самом деле. Я просто уже как мог. Несся. А, ну он уже бежит, блядь. Ну их нахуй, короче. Так, сейчас что-то. Дайте тем пару минут, я подкину. Ну сейчас с геймпада продолжим, короче. Заработал. Так, ну хорошо, поехали потихоньку. Ну, другой вопрос. It's the talisman, like это же талисман, точно такой же, как на рисунке. Старинный талисман, выточенный веками. Гравировки цифр, судя по всему, не более 100 лет, но основа вполне может восходить к античности. Черный солнечный камень в центре отполирован до блеска и порой создается впечатление, что внутри него скрыто изображение. Окей. I think it's meant for the talisman. Думаю, это предназначено для талисмана, но как его вставлять, это еще отдельный вопрос. Давайте поищем, наверное, на какие-то документы, подсказки, может быть. А то тут довольно жестко все. Ищите комбинацию чисел на схеме талисмана в своем инвентаре. Окей. Так, оно сейчас... Схема талисмана. Ага, нашел. Три цифры. 3, 5, 8. Хорошо, но в каком-то порядке это вот это вопрос. А ну давай. Но перед тем, как это решать, давай, наверное, сейчас я еще похожу, посмотрю. Нету ли полезных вещей каких-то еще у нас тут что-то. Не открывается, не подается. Но забавно, что у них вуду, но при этом еще и
христианство на месте. Ты как будто не могут определиться, знаешь. Давай. Открой, да. Странно, на чат нажимаю, но без того. Ну хорошо, я так понимаю, тут у нас вариантов нет никаких. Я попробую открыть двери сейчас здесь. Возможно, нас не выебут. И выебут, не знаю. Так. Так вот, все, я буду разбрасываться с бутылками. Ебака. А спорим, заберу. Ха. Не догонишь. Фиг, все. Значит, что у нас? I think it needs numbers, like coordinates. Хорошо. Maybe there's something in German. 357, да. Да, 357. Разобраться сам бы только, как это работает. Я что-то не очень. Получается 3. Я смотрю, просто это самое. Есть какие-то ли подстроечные тут у нас вещи. Или я гоняю. Или надо да, тройку поставить на тройку, типа. А, тут показывается и так, что отсюда. Всем. Да? Ну. Или наоборот. Че? А, 8. Блин. Хорошо, что показывается. Place? Where is that? Что показывает, какое-то место? Так, где оно находится? Ну, это картина какая-то оборванная, что-то. Воу! Так, сейчас у нас что-то зависло. Зависло причем намертво, блин, я не помню, что за прикол. Ох ты, господи. Ну, походу, загрузка каких-то ресурсов пошла. Детектив, я тут думал, как вы соизволите показаться. Миссис Томпсон сообщила о вашем приезде. Да, наверное, вы правы. Мы приехали навестить ее дядю, но не ожидал всего этого. Вы доктор Грей, да? Верно. У вас есть какие-то документы, детектив? Не люблю, знаете ли, люди, когда посторонние суют нос в мои дела. Детектив Эдвард Карби, Декейтер-стрит, Новый Орлеан. Как вам французский квартал? Старинная архитектура, улочек, культ, вуду, гангстеры. Уверен, жить там крайне увлекательно, но не настолько же. Я просто пытаюсь себе заработать на жизнь. Но, как и все мы. Что ж, детектив, да, добро пожаловать в Дерсеттон. Надеюсь, вы с пользой здесь проведете время. А чем вам помочь? Скажите, где найти Джереми Харта? Ну, визит бы получился недолгий, да? Я хотел бы рассказать, однако, я не знаю. Выпейте? Бренди, пожалуйста. Да, конечно, в французском квартале вам самое место. Арманьяк или коньяк? Да, очень хорошо. Заниженные те стандарты, это не добродетель, детектив. Чем поглядим, удастся ли мне расширить ваш кругозор? Что можете хотеть рассказать о Джереми? Мне определенно не хотелось бы вдаваться в детали его состояния. Не врачебная тайна, уверен, вы понимаете. Sure. Да, конечно, но ведь он не в себе, и он исчез. Why? Почему? Here. Вот.
Try this. Попробуйте вот это. Ooh, it's good. Неплохо. Got a bite. Резкое такое. Называется сайдкар. Фокус в том, чтобы не жалеть лимонного сока. Но, ну, бога ради, не переварщивайте с ликером. Что вы можете рассказать о Джереми? Дайте подумать. Это весьма беспокойный пациент. Это переживает о событиях, которые должны были произойти согласно его восприятию неизбежной судьбы. Постоянно жаловаться, что все идет не так, и что некоторых вещей попросту не должно быть. Полезная информация, Дэвис? Ты чуть не очень. Я надеялся понять, где его искать. Простите, но тут вам ничего не помогу. Переговорите с моими санитарами. Они его уже какое-то время ищут, уверен. Вам их... Ваша помощь им не помешает. Да, я Батиста уже видел. Кстати, он дал мне зацепку. Великолепно. Так значит, расследование уже полным входом идет. Я пойду, но уверен, что мы еще увидимся. Жду с нетерпением. Удачи. Глава вторая. Блин, не донастроил, опять же, таки шейдеры, все-таки кожи. Чат, надо подповерхностное рассеивание запустить, иначе рожи смотрятся страшно. Ну, придется все-таки мириться, наверное, с зависаниями в некоторых местах. А можно... Тут нельзя на ходу менять, ладно. Детектив Карнби. А куда вы подевались? Я разговаривал с доктором Грэм. Да вы просто исчезли. Вы что-нибудь в этом месте необычное нашли? Да, все невероятно наутомчивые, я не пойму почему. Нет, я про необъяснимые, про нормальные вещи. Детектив, возьмите себя в руки. Я одна тут не справлюсь. Ладно, проехали, я разберусь. Вы хотите пообщаться с доктором Грэмтосом? Нет, надо разобраться с талисманом среди Джереми. Называл Лас это местечко Канатарелла. Надо туда отправиться. Вы в порядке вообще? Да. Идите, тебе поговорите с доктором Грэем. Мы потом еще увидимся. Бесполезно, если. Жаба, скажи. Так. Этот талисман в мгновение ока перенес меня из французского квартала. Если Джереми перемещается так же просто, то может оказаться где угодно. Если он может, могу и я. Надо разобраться, как работает талисман. И... Так, сейчас, одну секунду, чат. Так, видео, значит, профиль, да, так, объемные эффекты, выданности, адресовки, рассеивание на среднее давайте. Или даже на высокое, опять же таки попробуем, а там, если ли что-то будет уже плохо, тогда разберемся. Но у нас теперь есть ключи Батиста. Починка котла. Я видел вашу записку в котле. Знаете, что мистер Чанс не вернется. Я сам бы не против. Не должен быть здесь, но вы можете взять вентиль из винного погреба. Будьте осторожны. Так, хорошо, значит... Винный погреб, значит, да? Угу. Окей. Оу. Господи, что ты?
Доктор Элмор Ли Грей из Томпсон, экономка, Жан-Батист Табуа, санитар, Шарлотта Табуа, медсестра, Джек Джинс, садовник. В этом случае тут уже Джек Чанс из our gardener. Ну, подробнее расписывается. But is for the most part busy outside. Mm. There are currently 6 guests at DeSeto. Malcolm McCarthy and Ruth Talant reside on the first floor. Mm. Jeremy Hartwood. Не, погоди, опять-таки, Малкольм Маккарти и Рут Талант было сказано на первом этаже. Что за? Что-то не то пошло, чат. Тут не совпадает, короче, то, что то написано и запись. В принципе, не важно, ладно. Докопаемся до всего. Это ключ. Так, это мне надо. Не знаю, там осматривать, есть смысл или нет, но вот. Разбитые пластины. Пол, вы были правы насчет пластин на клее часа. Их намеренно повредили, кажется, я знаю кто. Это связано с приступами Джереми и его исчезновениями по ночам. Сейчас важно, чтобы вы начали искать любые куски. Я хочу понять, получится ли их починить. Дайте знать, если найдете. Лотти сказала осмотреть колодец в огороде. Но колодец мы-то видели. Или нам надо там сейчас доставать... Окей. Так, досье пациентов. Она разворачивается, нет? Ага. Угу. Так, тут. Ну, в принципе, тут можно даже, опять же, таки, кимики посмотреть, о чем как. Иди. Кассандра Боурегард. The beloved author. Кассандра Боурегард, получается. What do you want to put down for a reason for admission? What her agent told us. Cassandra suffers from writer's block and needs to finish her moving picture script before the end of June. Mr. Chardot suggests Cassandra's heavy use of barbiturates is holding her back and risks ruining her career. Ну, тут, короче, человек, как я говорил, не совпадает местами то, что написано, и то, что он говорится, это самое. Там, типа, там сказано... Что указать в причине, получается, поступления в лечебницу? И он говорит, ну, то, что посоветовал ее агент. Это написать, что то у Кассандры, получается, писательский застой. И ей нужно, короче говоря, дописать сценарий до конца июня. Мистер Шардо, короче говоря, предполагает, что Кассандра сильно налегает на барбитураты, и это там мешает ей, получается, в карьере. Это личная история. Значит, Кассандра Боурегард, получается, это любимая там всеми автор, получается, криминальных, типа, по произведению, по которым ей удалось выйти из бедности и заполучить им славу, скажем так. 5 лет назад она пыталась убить себя, пытаясь спрыгнуть с балкона, получается. Инцидент. После инцидента она стала лакалекой, и теперь во всем полагается на коляску. Ну, получается, первое впечатление по диагнозу. У Кассандры это хронические боли в спине из-за попытки самоубийства. Она сама вводит себе морфий, получится, чтобы
успокоиться, но пристрастилась, короче говоря, к нему, и теперь уже не достигает уже нужного эффекта, получается. Злоупотребление наркотиками затуманивает ее разум, и она не может сосредоточиться на реальной жизни. Чтобы спастись от этого, получается, она вместо этого выдумывает истории, заполняя пробелы в своем мышлении, что напоминает синдром Корсакова. План лечения у нас какой? Во-первых, надо это самое убить ее от зависимости, и это так, как мы надеемся, получается, решит ту проблему ее, как сказать, получается, мании, лжи, типа, да, или как, или наподобие такого. И потом разобраться надо будет с вопросом обезболивания путем хирургического вмешательства. Ну и после этого получится разобраться с ее мыслями о самоубийстве. Так, что-то еще есть? Ага, Грейс Сондерс. 11 лет. Грейс Сондерс, 11 years old. Reason for admission? Получается, опекун миссис Габриэлла Сандерс, мать, проживает в... На это самое авеню, получается, Орлеан, на Мсити Парк. Причина поступления... Это мать настаивает на том, чтобы, получается, за девочкой тем присматривал. Порядочный джентльмен, короче говоря, чтобы избежать ее дальнейшего развращения. Grace needs nothing out of the ordinary. Личная история, значит, parental guidance. Eventually we can work with feelings toward her father. Thank you, doctor. I'll finish the paperwork and get her installed. Семейство Ван Грейс, в общем говоря, это довольно скромное состояние, статус. Ее детство обычное. В общем, проводила большую часть времени с частными преподавателями и друзьями семейства. Отец Грейс недавно, в общем говоря, умер, оставив мать единственной, получается, опекуншей. Так, по диагнозу. У Грейс не получается справиться со смертью отца. Она намеренно наподавляет все чувства, касающиеся этого вопроса, и, наверное, не признает в достаточной мере полученную травму. Там план лечения. Грейс ничего в этом сверхнеобычного не требуется, ей просто нужно родительское наставление, и в конце концов мы сможем разобраться с ее чувствами по отношению к отцу. Так, дальше у нас с Малком Маккафи. Malcolm McCarthy, 54 years of age. 54 года. McCarthy admitted himself to DeSetto. Лично, короче, записался в Дорсета, заявив, что ему нужен. McCarthy claims he used to work as a lawyer in Baton Rouge, but says he can't go into details because of some legal. McCarthy говорит, что раньше работал адвокатом в Baton Rouge, но также говорит, что не может разглашать детали одного из дел. Его прошлое остается загадкой. За исключением редких намеков, которые он дает во время разговора.
Маккафри, в общем, тревожно является. С алкоголиком часто то не договаривает или же привирает из-за неспособности доверять людям. Лечение, в общем, заключается в том, чтобы Маккафри понадобится некоторое время, чтобы раскрыться. Нужно провести время с собакой, получается, Джека. Или с ребенком. Вот. Их-то безобидная натура поможет ему выстроить обратно доверие. Так, хорошо. Вот это, так кажется, он... А не, это не все. У нас еще есть Элизабет Пароси. Элизабет Пароси, 33 years old. Неаполь, Италия. Should I put down as reason for admission? Ворвалась в Дорсета, в общем говоря, ее нашли, пока она разгуливала по главному залу. Она была сбита с толку и страдала от частичной амнезии. Настояла она нам о том, что ей здесь самое место, получается, и ей предложили... И предложила заплатить за то, чтобы остаться здесь. Перози утверждает, что раньше она была участницей, получается, это колонии художников. Вот это же артистов, не знаю, в этом плане, опять же, что из этого правильно. However, my staff's research has confirmed that there was a Perosi at that time who was in her 30s. Что противоречит тому, что она слишком молода еще для этого. Она выглядит и даже думает, что ей 33 года, но тогда то, что она рассказывает, ну, получается, по возрасту будет говорить о том, что она тогда была еще ребенком. Можно сказать, что то история Перози не правда, намеренно или нет. По диагнозу история Перози довольно интересная, потому что она отказал лась от истории от про колонию, получается, художников. Она теперь говорит, что не тот человек, что Елизавета Перосси, однако исследования моего персонала подтвердили, что была такая Перосси на тот период, который была получается 30 лет на тот момент. Я хотел, говорит, связаться с настоящими Перози, но, судя по всему, вся колония исчезла за ночь. 29 сентября 1915 года во время урагана. Так что придется разбираться медленно, что за притворство в это вообще делается у нас. Так, значит, Рус... 29 years of age. Reason for admission? За нее отвечает, получается, отец, господин Этьен Талан. Проживает в Бургундии во французском квартале. Отец Рут желает, чтобы ее дочь увезли из... скажем так, ей перекрыли доступ к ночной жизни не нового Орлеана в обозримом будущем. Он опасается, что ее излишняя свободная натура
очерняет репутацию семейства. Рут из довольно богатой семьи, которая владеет несколькими гостиницами и ресторанами, в отличие от основной части семейства, ее жажда приключений, в общем, ее потаскала лава по всему миру, в том числе по Франции во время Великой войны, в качестве фотожурналистки. За последние десятилетия возникло множество слухов. Получается, она спровоцировала множество слухов за... что она, в общем, похотливая там женщина на грани нимфомании, типа. Но несмотря на получается, как решение отца положить Рут в лечебницу, она, в принципе, представляет он собой это довольно интересный случай. Она весьма открытый человек и не стесняется рассказывать о своей жизни во время войны. Или ее постоянных празднованиях после возвращения в Штаты. Она признает, что это само у нее есть сексуальное отклонение, получается, и она не чувствует по этому поводу никаких сожалений. Лечение, в общем. Простое пребывание в Дорсет то не сотворит никаких чудес для Рут. Наоборот, короче говоря, то поможет Рут. Если же нет, то по крайней мере, репутация семейства останется в порядке. Рут, незачем меняться, но при помощи терапии я могу получается этот самый поделиться с ней жалостью по отношению к ее семейству. Надеюсь, что она остепенится, цай станет, опять же, такие, как и все остальные, но, по крайней мере, Ри попытается хотя бы быть более скрытной, скажем так, в будущем. Так, это все вроде. Окей. Тут уже... Я понял. Короче говоря, там... пока не смотрю, что это значит. Зараза, я переводил, как дурак сидел. На кучу. Так, внутрь этой штуки мне не попасть. Вот клоун, блин, сижу, перевожу, а тут, оказывается, все гораздо проще было, блин, это... Ну, кто ж знал-то? Тоже знал. Так, сейчас мы должны были летом что-то нажать, но я так и не понял, что. Need the key. Нужен ключ. Ну, а что нет? Так, ключ от комнаты номер 6. Нам надо сейчас шестую туда сходить. Сейчас тут придется перематывать очень много, наверное, все-таки эти записи из-за большого обилия текста. Тех, кто душится, там вообще жопа, наверное, для них. Так, тихо. Сейчас, где я нахожусь? Фойе у лестницы, нам надо, да, в шестую комнату. Комната Мэг. А какая из них шестая? Сложный момент, чат. Не знаю. Вообще никаких намеков тупо нет. Шестая.
Так. Простите, детектив. Не хотел мешать правосудию и все такое. Да все нормально. Знаете, у меня, собственно, дело о пропаже есть. Я хотел спросить, вы не видели Грейс, девочку примерно вот такого роста? Не видел. А почему спрашиваете? Я как раз ее ищу. Она просто прячется где-то. Нечего же лопаем вроде нее бегать повсюду без присмотра, особенно в такие времена. Я ее не видел. Дайте знать, если найдете. Я буду рядом. Я буду посматривать за вашим Джереми. Вы поможете мне, я помогу вам. Так. Угу. Ну, чат, они решили обои это сделать еще с поблескиванием, прям кайф. Вот. Ну не знаю, это самое. Мне вот дико напоминают эти обои на наши советские чем-то это самое. Что-то есть. Что-то есть. Так, тут заперто. Looks like everything's back to normal here. Кажется, тут все вернулось в норму. Так, я понял. Эмили здесь. Эмили is here. Эмили здесь. Так. А поворачивать нельзя ничего, да? Что-то какая-то интересная аура такая у Эмили. Эмили is here. Окей. Ну, открывай. Порой бывает, ты нажимаешь несколько раз на этот самый. На раскрытие, а оно не работает тупо. Так, ручку нашли. Я так понимаю, это та комната та нашего алкоголика, да, которого мы только что видели. Либо же Батиста, не знаю. Так. О, тараканы. О, так, мы нашли. Номер 6. Что тут у вас делается? How eccentric. Эксцентрично довольно. Так, я должен... Across the threshold. У меня получилось. Я смог добраться до места назначения без фокусирующего устройства. Мой талисман теперь знает дорогу и тарелки, какие теперь уже больше не нужны, получается. Я могу отыскать путь до Лафайет так же просто, как нахожу свою комнату. Посетил могилу отца и видел, что печь меня ждет. Спасибо, что открыли эти двери. Теперь я должен уже набраться смелости и вернуться к той ненавистной насыпи снаружи нефтяной вышки. И надеюсь, вам станет лучше, что когда я вернусь. Местами перевод, конечно, надо Джору. Что это за символ? Какие-то алхимии или схемы созвездий? You will need to remember how to get them out again. Так, надо будет запоминать
Они под замком не просто так уверены, что она по-прежнему может прошептать ответ в уши не тех людей, но это ненадолго. Скоро я увижу, как она горит. Черная коза будет принесена в жертву, чтобы он был покончить с этим. И все закончится. Больше не будет Дорсета и, к сожалению, Астарты. Славные пираты, ты поншор треном, доплывут они по озеру, пока не узрят берега Хали. Вселение художника Бастарта. Так, слушай, погоди, это не о том, что мы читали как раз по... Это было про Рози, как бы, да, это самое, что она... Получается, все-таки это были художники, что-то. Нумерация есть. Так, а что нам нумерация дает? Я пока не знаю, ну... Ой-ой-ой-ой. И шо? Это грязь придает картинам мрачный вид. Так, ну я думаю, нам надо так, чтобы она оставалась, да? Чтобы последний перевернуть. Так, Уильям Арч. Получается, он сам Фрэнклин Мозик. И Нора Кит. Так, Уильям 2, Мозик 9 и Кит 4. 2, 9, 4. Окей. 2, 9, 4. А есть тут Кита? А что из них шо тут? Вот это вопрос. Я так понимаю, нам надо сейчас с документацию просматривать. Так. Так, значит, то есть... Ага, я понял, что это. Сейчас. И карандаш нужен. Два, получается, у нас это... Pieces. Рыба, то бишь, да, по-моему. Рыба. Так, 2, 9, 4. Значит, так, сейчас скажу. Значит, 9 у нас это весы. Весы. И 4. Раз, два, три, 4. Это телец. Окей. Нашел. Ага, да, все. Сейчас. Так. Две. Весы. И телец. Во. Got it. Получилось. Так, а вот и пластина. Хорошо. Ну, кстати, я не знаю, в шкафу нельзя что-то найти. Ну, мне, походу, нельзя. Чего? Оу! Щит. Оп! Блять! Some kind of грязь. This what? What happened? Everything's normal again? Right. Yep. Так, мне хватает еще одной пластины. Тут надо сходить в сад. What the hell? What's this? Так, ну хорошо, я пойду в сад.
Ну, кстати, по-моему, у нас еще есть возможность исследовать. I need the key. Следовать, короче говоря, поместье. О! О боже. Ну, а там лестница есть, слушай. Ладно, давай. Сейчас на какая-то будет загрузка, опять-таки, я подожду, немножко возьму. Забытые плантации Луизианы. Lost Plantations of Louisiana. Terry Bricklow, 1917. Desetto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Desetto kept a modest production of barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Desetto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Desetto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Desetto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Leras of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Desetto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Desetto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Desetto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. Mm-hmm. Okay. Так. Я подумал просто зачитывать это все. Бесполезно, но тем более озвучивается как бы и... Че я буду распинаться? Лишний раз спрашивать. Чат, мне чертовски нравятся эти жалюзи. Я теперь уже примерно понимаю, что я должен был сделать в кафешке Кевсаль-ленте там каких размеров, как бы. Когда-нибудь мы это исправим. Это когда наберу все же нормального опыта.
Так, у нас есть он две двери. Я думаю, наверное, сюда. Пока на сюда выйду. Ох, ёпт. Было сказано, что мы найдем вентиль в подвале, как бы, но я уже не знаю даже. Давайте тебе приставлю на лестницу сразу сюда. Блин, что-то вас залагало. Я извиняюсь, конечно, что-то кодировщик у нас сдает позиции. Сейчас подожду, то пока он родит нормально все. Самое, конечно, на паршивое то, что работает нормально, как бы на этом самом, на компе, пиано, при этом опять тормозит. Так, оно сейчас. Так. Ну, все, раздупилось. Периодически надо будет ставить на паузу. Кстати, болторез остался, чат. Из паранормального мира, вот это нормально вообще, да? Так. Nice. Хорошо, шланг мы достали. Значит, давай я поставлю еще. Вот это наверх. Что он делаешь? Угу. What the fuck? I think I've seen this somewhere. Угу. Так, хорошо, допустим.
поворачивать как? Может, у нас? Ага, нашел. There was something in the commonplace book about this. Почти встал. Так, сейчас надо понять. Так, тогда назад. Так, кто тебе оставил? Ну, почти. Да елки-палки, блин, так же хорошо. Все, работало. Разве нет? Не, ну, ну тут он сходится, вернее. Потому что я не помню, что... Что не так опять пошло у нас с нижними, это собственно. Странно как-то. Типа вот это так куда-то в другое место. Да, да что-то как-то не знаю даже. Сейчас. Да не, ну что-то, что-то не очень. Хотя не сходится сейчас. Окей, так. Нет. Да ёлки-палки. Так было.
Мне уже летать, а место оно. Хотя что-то не... ни хера не сходится. Так. О, есть. I think the clock broke. Or maybe it just stopped at a very precise place. Так, на каких тут цифрах? 6, 3. Господи. Ну, 6. А, не, там 4. 6, 3, 4, да? Так, тогда я могу сказать, получается, 3. Тут у нас 4. Тут у нас 6. Окей. Ха. Угу. Три. Четыре. Шесть. Да. There's a picture in the black glass. It's showing me something. Mm-hmm. It's the hallway outside Jeremy's room. Okay. Схожу. Мы там еще потрепано какую-то так картину видели. Это надо будет. Ой, блядь. Что-то нам не дают у нас особняк исследовать часто, так что не знаю, конечно, что с этим делать. Но... Ага, не пускают дальше, короче, ничего по-любому надо. Заходить сюда. I made it. I entered another one of Jeremy's memories. May 1923, Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Service bridge close to broken. Wednesday. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hopwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hartwood's efforts delayed. The workers seemed nervous about his presence. Hartwood promised not to return to the compound. Instead, he has taken up an offer by L'Officier, the riverboat captain, who means to pilot him to the site tomorrow morning. Hopefully, that's the end. Work can resume. Maintenance. Bridge from the oil tower to the bayou has collapsed. Sabotage suspected. This is the devil that guards us now. Thank you.
зависание опять. Одну секунду, ну сейчас я тогда на паузу поставлю и сниму. Так, все, по идее нормально, должно заработать у вас. Да, то походу переполняется буфер, наверное. Ну, при работе. Наверх не забраться никак, да, тут лестница нужна. Нельзя вот эту взять? Нет, походу нельзя. Пускай уже наверх чат. Что-то не то. Shit.
door. Заглючено, походу. Блять, дурачок. Заряжай, блять. Заряжай. Need something to break. Беги нахуй. Беги, блядь. А, блядь. Власть, да ебать, ну. Блядь, Карби. Ухай. Власть. Пиздец, я не стал. Так зависать, эти палки. Так.
Ой-ой. Непонятно, происходит опять же таки со звуком, не помню, что за прикол. Что такое? To your death and go up in flames. Вообще не радует. Я подбежал. Оу. Блять, еще и зависло все. Не вылетай только, иди. Я тебя умоляю. Оу. Рассинхрон где-то, не знаю. It's the hateful mount Jeremy talked about in his book. Face. Who are you? What are you doing here? I'm just a detective trying to find something called Tarawea. You're after Jeremy too? Why? I'm working for his niece. She wants to make sure he's all right. He might be unharmed, but far from all right. He's a curse upon DeSeto. Here we go again. What? Thank you.
Christ in heaven. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts by Juan Luis Jorge. To act is in itself divine. Even the slightest movement of our hand is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily overwhelmed by the dullness of everyday life. Our actions become rote and rigid in spite of luxury and comfort. True divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. People who discover this freedom unexpectedly will be struck by the terror of this revelation and become paralyzed, or worse, turn to suicide. However, if you are able to weather that storm, you will discover that there is a divine path beyond that fear. There is a chance to dismount your destiny and make something new. Something that hasn't been planned for or predestined. There is difficulty in explaining this type of acting, as it transcends our everyday choices. This isn't some banal decision choosing one career over the other, or even who I should marry. Leaving the stage, no matter how, isn't a matter of course correction. It's a rejection of the story that the creator is telling. Странно, но не дают забрать его. Не знаю, пальнуть туда что ли или так? Не, не работает. Так, ладно. Хорошо. Так, давай разбираться. Мы там должны были посмотреть на потрепанную картину, ну, в одном из залов. Вот где только она была, я вообще не помню. Ну, давай. Kitchen. I assure you. Oh, no, sorry. I promise you, Mr. Hartwood is nowhere near my kitchen, and neither should you be. Don't make me kick you out of this house. Sorry. Now get out. Yeah.
You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. It's another plate for the talisman. Like the other one, it's broken and missing some pieces. Worked. Вот же она, чат. Странно, но никаких тут дополнительных вещей не, тут нельзя сделать. Detective Carnby, how good of you to come. Let me pour you a drink. What happened here? This place looks like it was hit by a bomb. Welcome to the madhouse, Detective. Thanks. Did the ceiling just collapse? I heard it was something in the attic. Something that was supposed to happen, but didn't. How that could have such consequences is beyond me. The truth is, I don't know why the room looks like this. But I bet your friend Jeremy does. You know where I could find him? Oh, somewhere in his past, I suppose. He keeps going on about that mysterious dark man. I think he is hiding from him. Or maybe he's with him. I can't really keep up. I don't worry much. Take a look around this room. You may think it looks spectacularly devastated, but I just think it's finally found its stride. It fits perfectly with the state of this place and its loonies. The same goes for the nonsense with Jeremy. In my eyes, we finally managed to match the wild ride inside all of us. Well, I'm happy you find the evening so harmonious. Hope you don't mind me setting things right. Jeremy's business, that is. This room looks beyond my capability. Good luck, Detective.
Hope to see you again soon. Yeah. Evening, miss. Can I get some more of that whiskey? Go ahead, detective. I don't think I can stomach any more anyway. Am I bothering you? On the contrary, detective. I enjoy watching professionals at work. Well, I better get going. Bye now, detective. Don't take any wooden nickels.
There's more of that aggressive rot. On the common place of evil, there lies virtue and stark irreverence, careless thoughts of luminous indifference. But blame not the beast we once were, which science so often wished to refer. Not the wicked full of sin, it is you who stand and grin. All our good intentions aside, whereupon we build our pride. Sunless solitude, follow not this corrupting light. Prophets of confidence always crashes out of sight. Hear me, for we all bear this mark. Thus we must remain alone in the dark. Went shut. It worked. The Barlow lens. Instructions. To double the magnification of your telescope, simply fit this Barlow lens to your instrument. Then operate the fine tuners to adjust the distance between your lenses. This is easily done while looking through your eyepiece. Simply search for a position where your picture is clear and appears flat. When correctly tuned, your telescope should present a clear picture with magnificent magnification. This. I don't think I have everything I need. Now we're talking.
ruins. It worked.
Джереми? Where's the body? I need the key. There's something missing. This must be that kid's room. Why does she seem so familiar? Don't you worry, Grace. Go play your game, bleat and bellow with the others. I won't be jealous. There will be more masquerades.
However, I would love it if you would finish my mask for the feast. With love, Ruth. What you got there? You drawing something? Nothing special. I'm just bored. Do I know you from somewhere? I remember you, Mr. Conby. From where? Don't touch that. Cassandra wouldn't like it. She wouldn't like it at all. Do you know where she is? I'd rather not talk about it. It makes me upset. Besides, she'll be back after the Feast of St. John. You think? Yep. It's all on the page, Mr. Conby. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. All right. I'm gonna go now, if that's okay. I don't like to stay too long in the same place. Mr. McCoffee might find me. Hey. Is he mean to you? Not everyone needs to be saved, Mr. Conby. You should know that by now. Miss Beauregard, I picked up your medicine at the post office today. As you understand, it needs to be administered by the orderlies for your safety. I have put the box in Lottie's room for now, and I'm sure she will find you as soon as possible. Mr. Waits. So this is where Cassandra Beauregard ended up. For some reason, I thought she died years ago. There's more of that rot again. Like it's guiding me to do something. But what? The shape of a snake. There must be something important to find here. Maybe it has something to do with the numbers on the labels.
Так, сейчас, сейчас, одну секунду. Another one of those strange padlocks. I'm not gonna walk out of this now. I need to help Emily save her uncle. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Key.
black glass is showing another room. Must be a way to another one of Jeremy's memories. Getting good at this, Carnby. Maybe a little too good at this. Now, what do we got here? There's something missing. What's this?
That can't be right. Akambi. Why am I hearing from Gloria Allen that you got some job at the loony bin? You better not be thinking of paying her off before me. I don't want to take you for a ride, so get me my money. I'll be at the Maccabean all night if you score some dough. Obed Morton. That can't be right. Ну, блять, надо бросать.
Please don't touch her. Jeremy. What are you doing here? Everyone's looking for you. I know. It's all a big mess. No one understands. I'm just trying to keep evil at bay. Just for a little while longer. You've got to come back with me. Your niece is waiting at Dorsetto. Emily? Why would you... My letter. I keep making it worse. What is going on, Jeremy? How is any of this happening? I made a terrible promise with some... The Dark Man. Who is he? No, don't say his name. He can hear us. He's always listening. Jeremy, I need to understand what is going on. I promised him everything. When the sun rises, I will be chained in his sunken desert temple for an eternity. But at least the evil about to awaken in DeSetto won't harm anyone outside of that cursed place. You're acting crazy, Jeremy. I want to help. There's nothing you can do. Then what's all the business about Teruea? Why did you want to go there? Well, I can't go there. Not allowed. But you wanted to. Can I go? Tell me, will it help me to break your pact? Is there something there that would help? Why would you give me hope? That's so cruel. Okay. Sounds like we're onto something here. What should I- Look out! Behind you! Run! Don't let him take you! I've seen so many strange occurrences lately. Memories explode into existence and then burn out like tired glass bulb filaments. Dreamscapes crash down from the stars and sink into the sea. Doors that lead to nowhere and absolutely everywhere at once. With all this reverie, I want to think there's a chance that you found a way to remain alive in some way I cannot fathom. Just like I've learned to navigate with my talisman, maybe you, with all your knowledge, you somehow knew a way to find me again, perhaps in Teruea. Oh, my love, Jeremy. She's dead. No matter how she died, she looks peaceful now. Astarte Artist Colony. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now.
Так, чёрт. Я, пожалуй, тормозну. Здесь он что-то, конечно, залип. Извиняйте, что тонул сегодня дня без комментариев. Не знаю, опять-таки, возможно, на кому-то так больше даже зайдет. Да, пройдем уже на следующих стримах. Это пока более-менее и любопытно. Все только как боевка как портит, как бы весь кайф. Но ничего. В общем говоря, запись будет на YouTube. Если что там, заходите, типа, ставьте, типа, что-нибудь.